на ковре в категории до 90, так сказать, до 80 килограмм. Схватка Макаркин, Якименко. Готовится Никифоров, Голубев. Техническую поддержку Макаркину оказывает главный тренер клуба «Рот» Радмир Габдуллин. Продолжается схватка на ринге. Категория до 90 кг. Юрков, Лымзин. На ринге категории до 90 килограмм победу по баллам одержал Юрков. На ринг приглашается Лужбин Артющев. Виноват, извиняюсь, да. Победу одержал Лымзин. Лымзин одержал победу по баллам. На ринг приглашается Лужбин Артющев. Готовится Луников Грицких. На ковре схватка Макаркин Якименко. На ринге схватка Лужбин Артющев. На ринг готовится категория до 90 килограмм. Луников, Грицких. На ковер готовится Никифоров, Голубев. Thank you.
Сел сверху, накрыл. Все, иди работай. Давай, давай, работай, вот рука. Работай с рукой. Попробуй, доделай. К нему ближе. Прежде, он тебя работает. Коленки. Поработай с рукой. Запускай руку. Работай! И лежи! Не лежи, не лежи! Давай, 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 давай! Динамика должна быть! Напоминаю, на ковре происходит сварка. Поработай с ногами! Все, дай сбоку! Сбоку, ручку возьми! Якименко Макар. Ручку возьми! Готовится! Никифоров голову на ковер. На ковре в категории до 80 килограмм победу по очкам получил, завоевал Макаркин.